Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Сегодня я вам хочу рассказать о простом способе вязания носков на двух спицах. Вот такие получатся носочки с рельефным узором резинки. Благодаря резинке носочек будет плотно сидеть на ноге и в то же время смотреться довольно симпатично. Конечно, так он смотрится неказисто, так как резинка стягивает полотно. Конечно, я вам покажу, как носки смотрятся на ноге, когда свяжу пару к своему первому носочку. Самостоятельно связанные носки всегда очень приятно носить. Ваши домашние будут родные будут рады такому подарку, так как носочки очень удобные, теплые и очень симпатичные. Вот так вот выглядит первый носочек, и по такому же принципу я вяжу второй носочек. Как я уже сказала, носки вяжутся на двух спицах. Я использую спицы номер 4,5, так как у меня довольно толстая пряжа. Я распустила старый снуд, и из него теперь хочу связать носки. Носки я всегда вяжу из пряжи БУ. Мне жалко на них тратить деньги на покупку пряжи. И у меня идут старые шапки, кофты, шарфы на вязание носков. Это, по-моему, пряжа у меня была Ализе Суперлана. Довольно толстая, в 100 метрах 100 грамм. Ну, я думаю, такой вот у меня, по-моему, 100 грамм всего на 2 носка мне хватит. С невысокой манжетой, как бы. Как я сказала, я вяжу на двух спицах 4,5, но мне еще потребуются две спицы. Это могут даже быть спицы другой толщины, чтобы снять петли на определенном этапе вязания носков. Если вы будете использовать для вязания носков другую пряжу, то есть другой толщины, более тонкую или более толстую, вам необходимо связать образец резинки 2 на 2 и рассчитать плотность вязания, а также рассчитать, сколько вам потребуется набрать петель для того, чтобы начать вязать носок, и начальный ряд у вас должен равняться в длину обхвату как ноги на уровне манжеты. Так как носок вяжется резинкой, она будет плотно обхватывать ногу, поэтому здесь особых убавлений делать не нужно. Носочек будет хорошо сидеть на ноге. Итак, для моего носка, то есть я вяжу носки на размер ноги 39, мне необходимо набрать 42 петли. Так, я набираю петли классическим способом. Так, для начального ряда я набираю 42 петли. При вязании резинки 2 на 2 она распределяется таким образом, чтобы центральные две петли были выполнены лицевыми. То есть для этого я наберу петли и буду рассказывать дальше. Итак, для вязания носка я набрала 42 петли. И теперь расскажу, как у меня распределяются петли. То есть по боковым сторонам у меня проходит 5 рапортов узора резинки, то есть чередуются 2 лицевых, 2 изнаночных, и по второй стороне то же самое. Центральные 2 петли должны быть выполнены лицевыми. Вот. Как вы видите, по центру носка будут
идти две дорожки из двух лицевых петель, от которой будет дальше делаться прибавление и расходиться узор резинки. Так как я набрала петли и при вязании следующего первого ряда переверну работу, я буду, так как этот ряд больше похож на изнаночный, я начну вязать носок тоже с изнаночного ряда. Значит, эти две центральные петли у меня должны быть провязаны двумя изнаночными. И для того, чтобы чередование узора дошло перед центральными двумя изнаночными, мне закончить нужно предыдущие две петли две лицевыми. Поэтому я начинаю вязать этот ряд, выполняем 2 изнаночных и затем 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых и так до центральных петель. Ну, в принципе, так до конца ряда узор чередуется резинки. Так, как обычно, первую петлю провяжу пока изнаночной, 2 изнаночных и 2 лицевых. Итак, перед центральными петлями я вяжу 2 лицевые. Маркер просто перекидываю, чтобы видеть эти центральные 2 петельки. Их провязываю 2 изнаночные. По лицевой стороне у меня будут эти 2 лицевые. И дальше продолжаю вязать резинку. 2 лицевые, 2 изнаночные. Второй лицевой ряд манжеты. Резинку вяжем по рисунку петель. Здесь уже первую кромочную петлю я не провязываю, а снимаю, чтобы образовался петельный край, то есть нить за работой. Следующая лицевая вяжу лицевой и продолжаю 2 изнаночные над изнаночными, 2 лицевые. Таким образом, манжету резинкой я вяжу на высоту 10 сантиметров. Вы можете вязать манжету еще выше или меньше, по вашему желанию. Причем при вязании манжеты, если вы используете различные остатки пряжи, можно сделать какой-то рисунок полосочек, чередуя цвета нити. Так, маркеры перекидываю. 2 центральные петли здесь у меня идут лицевые. И дальше резинка по боковой стороне. Итак, вяжу манжету на высоту 10 сантиметров. То есть, если по первому носку посмотреть, вот у меня идет такая высота. Дальше уже будут идти прибавления для формирования взъема носка. Вот я связала манжету на ту же длину, что и у первого носка, если вот так приложить. И дальше вязание носка продолжается также на двух спицах. Но теперь делаются прибавления относительно двух центральных петель, где у меня расположены маркеры, и формируется взъем.
Прибавления делаются в каждом лицевом ряду, причем прибавление будем выполнять согласно узору резинки. Сейчас я вам покажу, как делать прибавление. Как обычно, продолжаем вязать резинку. Первую петлю снимаю кромочную. Дальше вяжу резинку до двух центральных метель, где расположены маркеры. Итак, у меня идут перед маркером 2 изнаночные петли. Дальше, чтобы прибавить узор, я буду прибавлять лицевые петли. В этом ряду лицевую петлю и после провязанного изнаночного ряда еще одну лицевую петлю. Чтобы прибавить петлю, я нижнюю нить накидываю на спицу и из второй стеночки провязываю ее как лицевую петлю. То есть делаю прибавление из протяжки, провязывая ее скрещенной. Таким образом, у меня при прибавлении петель не будет появляться дырочек. Также переносим маркер, они всегда будут у меня располагаться перед и после центральных петель. Перемещаю маркер и делаю второе прибавление. Поднимаю протяжку на левую спицу и из второй стеночки провязываю лицевую петлю. Далее продолжаю вязать резинку до конца ряда. В изнаночном ряду прибавления не делаю, петли вяжу согласно рисунку. Связав изнаночный ряд согласно рисунку петель, следующий лицевой ряд вновь продолжаю вязать прибавлениями. Также вяжу резинку до маркеров. В предыдущем ряду, точнее, в предыдущем лицевом ряду у меня была прибавлена лицевая петля. И сейчас мне необходимо прибавить еще одну лицевую петлю. Поднимаю протяжку и за вторую стеночку провязываю лицевую петлю. Перекидываю маркер. Две центральные лицевые петли. Маркер. Вновь поднимаю протяжку и за вторую стеночку провязываю лицевую петлю. Связав изнаночный ряд, в следующем лицевом ряду я буду перед маркерами прибавлять по изнаночной петле. Тогда у меня будет дальше образовываться рисунок. Резинки 2 на 2, 2 лицевых, 2 изнаночных петли. Я покажу, как делать эти прибавления. В следующем лицевом ряду
месте, где нужно делать прибавление. Я провязала 2 изнаночных, 2 прибавленных лицевых петли. Теперь мне нужно формировать дорожку из изнаночных петель. Для прибавления изнаночной петли я также поднимаю протяжку и перекрещиваю ее, чтобы была такая перекрещенная протяжка. И теперь провязываю изнаночную, как обычно. Это необходимо, чтобы не было дырочек под прибавленными петлями. Так, перемещаю маркер, провязываю 2 центральные лицевые петли, вновь маркер. И то же самое делаю для прибавления петель. Перекрещиваю протяжку и провязываю изнаночную. Далее узор вяжу по рисунку и провязываю изнаночный ряд тоже по рисунку. И в следующем ряду буду делать прибавление в тех же местах, тоже прибавлять 2 изнаночные петли. Сколько необходимо делать прибавлений для формирования съема носка? По моим размерам, как вы видите из предыдущего носка, я прибавила первая дорожка лицевых петель. А подождите, вот первая дорожка лицевых петель. Это же идет от манжеты. Первая изнаночных, вторая лицевых петель, то есть и четвертая. То есть прибавлено 2 раппорта, 8 петель. С второй стороны то же самое. Но если у вас плотность вязания другая, возможно, вам необходимо провязать больше рядов и, соответственно, сделать больше прибавлений. Итак, я вяжу, как вы видите, 8 лицевых рядов с прибавлениями. И дальше показываю, как вязать носок на необходимую длину стопы. Я продолжаю показывать, как вязать носок на 2 спицах после того, как сделала прибавление для взъема носка. Как вы видите, я прибавила с каждой стороны по 8 петель. У меня появились от центральной дорожки 2 лицевых петель. Вот одна дорожка лицевых петель, одна дорожка из 2 изнаночных петель, еще одна из лицевых. И чтобы не сбивался узор, 2 изнаночных петли. И собрать со второй стороны центральных 2 петель то же самое. Теперь далее я буду вязать носок на необходимую длину. И для этого я буду вязать петли только прибавленные от центральной части, то есть центральные 8 плюс 8 16 плюс 2 18 петель до необходимой длины носка. Итак, для этого я провяжу петли в начале до центральных петель. Также выполняйте узор резинки, 2 лицевых, 2 изнаночных петли. Далее у меня идут, уже начинаются центральные петли, которые были прибавлены. Но эти петли я дальше не буду вязать и
Я их пересниму на дополнительную спицу, так как у меня спицы немножко отличаются по толщине. Можно снять на булавку, на дополнительную нить. Эти петли остаются открытыми, и они будут только участвовать уже в процессе вязания подошвы. Итак, теперь я провязываю центральные петли резинкой. Теперь уже маркеры можно убрать. В принципе, они нам не понадобятся. Так, еще вяжу 2 лицевые петли. И остальные петли снимаю на дополнительную спицу. Далее продолжаю вязать только центральные петли носка. Для этого поворачиваю работу и вяжу узор по рисунку. Первую кромочную петлю снимаю. Далее у меня идет изнаночная петля, 2 лицевых, 2 изнаночных. Итак, продолжаю вязать эти 18 петель до необходимой длины носка. Так, закончила центральные петли и вновь поворачиваю работу. Чтобы определить, когда необходимо закончить вязать носок, вот вы его складываете, боковые петли пополам, и в длину, вот это вот у вас начало пятки, и центральная часть должна быть связана до длины, то есть до кончиков пальцев. Чтобы начать вязать подошву, вам необходимо определиться, на скольких петлях вы будете формировать ширину носка. То есть центральная часть у меня связана на 18 петлях, но если я буду полностью на этих петлях вязать носок, он будет для меня широкий. Я рассчитала, что мне достаточно вязать подошву на 10 петлях. У вас могут быть другие значения, то есть все зависит от плотности вязания, сколько петель у вас было набрано, сколько было использовано в работе. Ну, примерно ширину стопы вы можете измерить и также измерить на центральной части и дальше вязать носок. Итак, я буду продолжать вязать на 10 петлях. И чтобы перейти к вязанию подошвы, я буду начинать выполнять убавление так же, как при вязании обычной классической пятки. То есть я начинаю вязать вначале как обычно,
4 петли с одной боковой стороны провязываю, чтобы дойти до центральных 10 петель. Дальше вяжу центральные 9 петель по рисунку. 4, 5, 6, 7, 8. И 9. Дальше последнюю петлю центральной части или 10-ю петлю у меня я буду вязать вместе с боковой петлей, но при этом убавление делаю так, чтобы у меня по краю сформировалась косичка, то есть петлю эту снимаю, следующую петлю провязываю лицевой и предыдущую петлю накидываю сверху. Теперь поворачиваю работу и продолжаю вязать центральные, теперь уже 10 петель подошвы. Но подошва у меня вяжется платочной вязкой. Первую петлю снимаю как кромочную петлю и вяжу лицевые петли для платочной вязки. То есть при вязании подошвы используются лицевые петли. Также первая петля снимается. Или до 9 петли вы вяжете лицевые петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И 10-я петля, то есть 4 петли, вот, которые будут убавляться, провязывается вместе с боковой петлей одной изнаночной. То есть на изнанке мы выполняем убавление так, чтобы на лицевой стороне появилась косичка по краю. Мы поворачиваем работу, первую петлю снимаем. Дальше вяжем лицевые петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И крайнюю петлю вяжем вместе с боковой, с протяжкой. Вот вы видите, идет как такая косичка. Когда у меня закончатся петли с боковых петель, я буду выполнять убавление, вытягивая петли по кромке центральной части. Об этом я вам подробно тоже все расскажу и покажу. После убавления всех петель с боковых частей, слева и справа, у меня осталось всего 10 петель. 3, 6, 9, 10. И на них я буду продолжать вязать подошву, при этом выполнять присоединение к кромке центральной части слева и справа. Итак, по лицевой стороне первую петлю снимаем, провязываем 8 петель лицевыми. Далее последнюю петлю снимаем, из следующей кромочной петли вытягиваем новую петельку и снятую петлю накидываем сверху нее. Наша косичка по краю кромки будет продолжаться. Поворачиваем работу. И по изнанке подошву вяжем так. Первую петлю снимаем. Петли подошвы провязываем лицевыми. Далее подхватываем. Точнее, вкалываем спицу в
в кромочную петлю и вновь одеваем последнюю спицу на последнюю петлю на левую спицу, а правую спицу вводим вместе за обе петли и провязываем их вместе изнаночной. На лицевой стороне будет формироваться косичка по краю. Продолжаем. На лицевой стороне первую петлю снимаем, петли подошвы провязываем лицевыми. Последнюю петлю снимаем, вкалываем спицу в следующую кромочную петлю, вытягиваем ее новую петлю и снятую накидываем сверху на новую петлю. И продолжается косичка. Поворачиваем вновь наизнанку и по изнанке продолжаем повторять те же действия. Кромочную снимаем, петли подошвы провязываем лицевыми. Последнюю петельку снимаем, подхватываем, вкалываем, точнее, спицу в кромочную петлю, вновь накидываем, перекидываем снятую петлю и теперь уже правую спицу вводя за две петельки, провязываем их вместе. Вот уже формируется такая подошва с косичками по краям. И таким образом подошва вяжется по центральной части и затем до открытых петель, связанных от манжеты. Когда кромка закончится, мы убавление будем делать по боковым сторонам, используя эти открытые петли. И довязав подошву до конца пяточки, нам остается только сшить носок по задней части. Вот и все, остается такой маленький шовчик. Практически носок вяжется без шва от манжеты и до пятки, без отрыва нити. При завершении вязания подошвы остался заключительный этап вязания носка – завершить вязание подошвы. Когда на боковых спицах останется столько же петель, сколько петель на подошве, то есть если у меня вязание подошвы происходит на 10 петлях, то на боковых спицах должно остаться 10 петель. Необходимо вязать убавление не только по краю подошвы и боковой части, а также убавлять петли, предпоследние две петли вязать вместе на подошве в каждом ряду. Итак, первую петлю, как обычно, снимаем, провязываем петли подошвы лицевыми. Предпоследние две петли вяжем одной лицевой, то есть убавляем одну петлю. И на лицевой стороне провязываем петлю вместе с боковой петлей с протяжкой, чтобы по краю образовывалась косичка.
Далее по изнанке. Также первую петлю снимаем. Провязываем петли подошвы лицевыми. Их уже стало на одну петлю меньше. Предпоследние две петли провязываем вместе одной лицевой. Последнюю петлю подошвы провязываем с петлей с боковой части. Далее продолжаем вязать также с убавлениями над подошвой, пока все петли подошвы и с боковых сторон не закончатся. В итоге в конце вязания подошвы у меня осталось на спице 3 петли. Я их провязываю вместе. Первую петлю снимаю. Следующие 2 петли провязываю одной лицевой. И снятую петлю накидываю на провязанные 2 лицевые петли. Такое конусообразное получилось треугольное завершение подошвы. Последнюю петлю я вытяну. Далее обрезаю кончик нити, оставив конец свободным, так чтобы еще сделать шов. Последнюю петлю закрепляю, протягивая кончик нити сквозь нее, затягиваю. И теперь по изнанке с помощью крючка выполняю шов от пятки до верха манжеты. Можно сделать обычный матрасный шов. Я закончила вязать второй носок. Вот такая получилась пара. На первый взгляд носки смотрятся неказисто, но это из-за того, что их стягивает узор резинка. Я, конечно, покажу вам, как смотрятся носки на ноге. Узор резинка красиво облегает ногу, в то же время обтягивает их. Носки сидят плотненько. Так как я использовала толстую пряжу, носки получились тоже толстые, теплые. Ну, хочу вам сказать, что мне не хватило 100 грамм для вязания двух носков. Потребуется 150-200 грамм, в зависимости от того, какой длины вы будете вязать манжету. Ну и, конечно же, количество пряжи будет зависеть плотность вязания. То есть, если будет использована нить тоньше, то, возможно, вам и хватит 100 грамм пряжи. Итак, в завершении смотрите фото. Как смотрится ноги. Я надеюсь, вам понравился этот видеоурок, был понятен. Если что, пишите вопросы в комментариях. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!